Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите экономический обзор, подготовленный для вас компанией InstaForex. С вами я, Екатерина Недачина. Макроэкономическая статистика из Германии опять не порадовала. Объем промпроизводства в стране уменьшился в октябре на 2,6% по сравнению с сентябрем, до минимума апреля 2009 года. При этом экономисты ждали сокращения показателя на 0,4%. Годовой показатель промышленной выработки ФРГ также упал до минимального значения более чем за 3,5 года. В октябре он понизился на 3,7% против прогноза сокращения на 1,5%. Виной слабой статистики является продолжающийся долговой кризис в еврозоне, на долю которой приходится около 60% экспорта Германии, а также общее замедление мировой экономики. Бундесбанк уже пересмотрел свой прогноз роста ВВП Германии в 2013 году с 1,6% до 0,4%. Также регулятор отметил, что в четвертом квартале текущего года ВВП будет снижаться. Кроме того, в Великобритании динамика объема промышленного производства тоже оказалась слабой на фоне той же европейской рецессии, спада глобальной экономики, а также сокращения добычи нефти, газа и других полезных ископаемых и вялого производства продуктов питания и алкоголя. Промпроизводство на Туманном Альбионе упало на 0,8% в октябре, не оправдав прогноза роста на 0,9%. В годовом выражении падение составило 3%, а не 0,5%, как прогнозировали эксперты. Будьте в курсе новостей вместе с компанией InstaForex. И всего вам хорошего!